Всем привет, друзья! Вы на канале Досауто 98, и сегодня я расскажу вам об автобусе, недавно ушедшем в прошлое. ЛиАЗ-6213.20 ушел в прошлое в недалеком 2019 году. Начало поставки производства этого автобуса началось в 2008 году. С момента 2008 года по 2019 такие автобусы ходили по всей России. Автобусы стали большой редкостью в Москве с момента 2019 года. И ходили в таких автобусных парках, как 3, 16 и 4. Последние маршруты этих автобусов были Т-63, Т-63К, 841, 711, 717. 209. Если вам понравился этот небольшой видеоролик, поддержите его лайком и подпишитесь на канал.